Сегодня мы тоже собрались для того, чтобы отметить День защитника Родины. Хотя это праздник так назван в России, но он имеет и большой смысл и для нашего Израиля. Для того, чтобы провести этот праздник, мы подготовили, приняли решение и попросили наших вдов, чтобы они выполнили большую работу по приготовлению домашней пищи. Затем подготовились к беседе, лекции небольшой о роли Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. И особенно роли армии Красной, Советской Армии в ликвидации той смертельной опасности, которая была нависла над всей нашей планетой. Мы в беседе рассказали о тех событиях, о тех крупных событиях военных, которые происходили. Это первое о Московской битве, которая положила начало закату всей военной акции гитлеровцам, и большое значение имела победа в Сталинградской битве. Победа в Сталинградской битве, самой большой на тот период битвы, имела исключительно важное значение. С двух сторон было более 2,5 миллионов человек. И управление миллионами армиями – это далеко не простое дело. Все это было нам рассказано. Мы пригласили на встречу участников Сталинградской битвы, участников Московской битвы, пригласили всех своих руководителей наших городских отделений и пригласили гостей. В качестве гостей мы пригласили помощника военного атташе Евгения Кутько и пригласили помощника Россотрудничества и помощника руководителя Российского культурного центра в Тель-Авиве, это Дениса Сергеевича Пархамчука. Одновременно мы пригласили руководителя Северного округа российского землячества, которое нам оказывает тоже большую помощь. Было очень хорошо, я считаю, была такая непринужденная, хорошая обстановка. Вначале представители Министерства обороны и посольства поздравили всех присутствующих, обратились к ним с приветствием, а затем всем желающим мы предоставляли возможность выступить. Во время проведения этих воспоминаний мы слушали песни военных лет, которые очень хорошо исполнял Авшалом Виктор. А мы подпевали ему. И получился неплохой хоровой ансамбль у нас. Учитывая, что и хорошая была закуска, и 100 грамм наркомовских, которые мы выделили для сегодняшнего праздника.